Да-да-да, Это те в сотни колеса, раз. они были немножко странные даже. Не то, что сложные, они были странные, с какими-то бортиками, какие-то невероятные вообще. О боже! Как мне смотри, повезло. Привет, дружище, извини, если отвлекаю, не волнуйся, я отниму у тебя совсем немного времени. Давай знакомиться, я пытаюсь качественно рассказывать о видеоиграх, порой делаю что-то менее тривиальное, недавно, например, намутил масштабный материал о всем, что касается VR. Набор вроде стандартный, в какой-то мере даже мейнстримный, но есть определенная вероятность, что тебе понравится. После просмотра ролика загляни, пожалуйста, ко мне, будет очень приятно, если ты потратишь буквально минутку и оценишь мое творчество. Тебе ведь совсем не сложно, а вот мне будет крайне приятно. Заранее спасибо. Так, ну что ж, и вновь всем большой привет, дорогие дамы и господа, с вами же Комикс и Берик, и мы продолжаем радовать вас видосиками по игре GTA 5 онлайн, друзья, и это очередной, мать его, скилл тест 1. На один! Да-да-да! Всем привет! Опа, а куда нам? Куда? Типа вниз? What the... Берик, я не знаю как, но там как-то надо немножко вперед, потому что чекпоинт, он прямо на этой херне, понял? А как, стой, надо что? На какой фигне? Ну прямо вот, прям вот, шаришь? Он прямо вот, на этой верхушке. В смысле? На верхушке? Да. А я взял чекпоинт. А как, стой? Не знаю. Просто как-то взял. И зареспался в другом месте. Опа, на скилл-тест дает о себе знать. Я не знаю, я просто летел вверх и его взял. Полностью вверх летел? Ну, типа да, но там чекпоинт, он снизу, потому что если ты заметишь чекпоинт, как бы он, ну, на низ стрелочка показывает. Знаешь, что надо делать, смотри. Да. Смотри, просто обучение. Ты где? Просто мы с тобой настолько тупые раки, что это скилл-тест, знаешь. Скилл-тест не только заключается в том, чтобы куда-то там поехать, да, сделать что-то, а подумать головой надо. Едем вот сюда. Просто-напросто едем вот сюда. Куда ты там едешь? Заезжаем в эту трубу и берем этот чекпоинт. А я как ты взял, я не понимаю. Вот я просто по-честному, братан. А как ты уже взял? Ну, братан, главное результат. Главный результат, понимаешь? Ой. Да-да. А, кактусы. Да, я со всей дури впечататься. Я уже понял, братан, что ты хотел меня со всей дури впечататься. Так, ладно, догоняем опасного Берика. Ну, знаешь, хотел поднасрать. Опа, опять рампецкая какая-то. Это, я тебе могу сказать, очень, очень большая рампецкая, состоящая из нескольких маленьких рампец. Ких. Слетел, да? Ты слетел, друг? Нет. Скажи мне, что ты слетел, я скажу, что ты красавчик. Я слетел. Ты обманщик. Я обманщик, да. Тихо, только тихо. Я слетел. Вот я хотел тебе только сказать, а я слетел, но нет, я доехал. Опа-на, вот это уже интересненько. Так. Тихо, да появляйся. Ты чё во мне так гонишь, блин? Тебе удобно? Ой! Вау! Нет, слетел! Ай! Тихо! Я в дыре! А, я в дыре тоже! Давай, я тебя подтолкну! Ай! Я, походу, далеко и надолго здесь. Ой! Давай! Тихо, братан! Не, только не у меня, пожалуйста. Я тебя вытащил, если что. Смотри, как я вешу, я наполовину вешу. Ты улетел? Ну, у меня показано, что ты улетел, братан. Конечно, ты ж меня подтолкнул сейчас. Я хотел с тобой обговорить, кто куда едет и что. Ну что, поговорили? Я прошел. В смысле, вот сейчас с первого раза? А чё? Нет, не эту дорогу, я имею в виду, вот эту красную хероту. В смысле, просто поехал и все. Ну пожалуйста, начинается опять какой-то... Блин, так я там вылез, и начинается какой-то не своеобразный звук, который мне сильно не нравится. Опа, найс. То есть ты хотел мне поднасрать и улетел, да? Чуть-чуть, да, братан, чуть-чуть, так сказать, улетел. Ну ты где там? Ну фак! Да я застрял. Ну, я понимаю, что мне эти дырочки тоже не очень нравятся, они немножко такие раздроченные, с
немного. Не, ну у меня тачка какая-то, у тебя тачка просто шире нахрен, у тебя она в эту дырку не проваливается. Проваливается! Ты у меня проваливалась и не раз. В эту дыру прямо? Да. Вот как я там встрял, да, ты меня выручил. Да. Воу-воу-воу! Хорош, братан, давай, давай! Эрик, иди нахрен! Да, ну шучу, спасибо, что подождал! Мне кажется, или мы чуть-чуть что сделали не так? А откуда мы начнем сейчас? А, не, нормально, нормально. Там как-то надо, я не знаю, как-то надо жестко вывернуть. Я знаю сразу как. Сразу попасть уже на следующую эту хрень. Вот. Мне кажется, или там надо немножко приостановиться, братан, потому что... Чуть-чуть надо, да, приостановиться, поэтому я лечу дальше. Потому что... Я хер знает, что там делать. Я... перелетел. Тормоз! Воу-воу, ты тут? Да. А, так тут чекпоинт есть, а я-то... Да. Я думал, там это как-то надо все одним дублем пройти, понял? Не-не, о, боже упаси, чтобы это все одним дублем пройти. Опять эти... Прошлый скилл-тест, ребята, вспоминаем прошлый скилл-тест. Но это гораздо легче, братан. Это гораздо легче, чем те колеса, я тебе могу сказать, понимаешь? Да, это да, да, в сотни колеса, раз. Они были немножко странные даже. Не то, что сложные, они были странные с какими-то бортиками, какие-то невероятные вообще. О боже! Как мне смотри, повезло. Опа, по красоте. Все, братан, давай. Давай, давай, быстрей. Ай, нормально. Так, фу, тихо. Блин, не улетел. А тут... Вот так. А и ты вот так. Катки спрыгнул, блин. У меня, походу... Я не знаю, у тебя тачка прокачана, у меня нет, в принципе, не знаю, попробую долететь. А, так тут изи-катка. Мне почему-то расстояние немножко выше казалось. Ой, ты что делаешь? Ой. Ну, типа, должен ехать. А как? Вот так. Просто вперед. Ох, как у меня врум-врум, мотор-то врум-врум. У меня ж просто тачка упирается на сяндры в эту штуку. А-а-а! Ну блин, в смысле? Ну не прокачанная параша. Так, а ты в бачок, а ты типа бачком залетай в этот угол и потом выезжай. Нифига себе, ты там... Я тебе говорю, это... Я не понимаю, как это делается. У меня она просто упирается, понимаешь, в эту щель, в эту складку. Ой. В эту складку как-то падает. Я застрял. А, типа ты одним колесом имеешь в виду как-то, да? Не-не-не, просто бачком, да, бачком упрись вот в это углубление, и потом аккуратненько выйди. А, ну во, у тебя хорошо получается. Во! У меня... А, еще там одна эта хрень. Тихо, да. Пожалуйста. Да, детка, да, все, детка. Всё, хорош, на хорош. На говнопрокачке на своей что-то и то могу. Шаришь? Так. Куда ты? А-а-а! Я хотел тебя... Это шо? Тут, мне кажется, здесь надо очень сильно додуматься и все это дело перелететь. Да, а там типа, думаешь... Нифига себе полетел. Да, Жек, надо походу перелетать. А? Да ладно! Да ладно. Я, конечно, все понимаю, там перелетать. Жак, сейчас просто подожди секундочку. Там весь этот скилл-тест делает все за тебя, потому что там просто овер до хрена труп. И... А, я застрял. Друг, поможешь? А, это типа... Я, короче, там было очень дофига труп, и я до одной из куч дотронулся. Они... Я тоже. И вот. Ну, не, я до этого дотронулся, видишь, они типа начинают распадаться. И если они рассыпались, то жопа, да, или что? Не, наоборот, они по цепной реакции рассыпались следующие, соответственно, мы проедем. А, типа по ним? А я. Да. Я там соскочил немножечко. Так. Прыжок и. А, так вот! А, это типа мы асфальтоукладчиками заделали, да? Да. Опа. Ну пожалуйста, ну давай, 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 давай. Так. Я не хочу заново, ну пожалуйста. Я, братан, никто не хочет заново. Давай, давай, давай. Я качу Ай. Эти трубы, братан. Ну, я к тебе хотел немного перелететь. Ну, в смысле, так давай, фигач. В смысле, катишь? Ты их все катишь? Ну, потихонечку катится. Надо по ним проезжать, друг. Они... Так я понимаю, у меня тачка, она у нее мощности, как у одного мертвого коня. Да, ну я все, я проехал. Еле-еле. Блин, давай. Я не понимаю, почему я не взял свою мега прокачанную. Да, на полной скорости. What? А там был чекпоинт? Да. Ох, тебе повезло. Так, а ты типа предугадал эту хрень или что? Ну да. Давай, отпускайся!
Братан, ну, типа, давай жди, получается, или чё? Вот, отпускайся, отпускайся! Хорош, погнали. А тут чё? Куст. Куст! Смотри, как ты резво заезжаешь, я еле-еле, блин. Я еле-еле ползу. О, опять эта хрень, но она изикаточна. What the fuck? Что? Я сказал, она изикаточная. Ну, да. После этих слов... Мы обычно должны просто все на изи проходить, но я не могу, потому что первый раз я летел нормально. Второй раз мне уже... Братан, будет очень обидно, если ты сейчас пройдешь. А, ты второй, ты за мной! Ха-ха, изикатка! Так потому что мне надо было разговаривать. Ай, ну, я был с очень большим разгоном, поэтому я финишировал, там уже никак. Я тоже, братан, все, да, я тоже финишировал. Короче, вот такая вот сегодня получилась развлекуха, я не знаю, но тоже такая нормальная, легенькая картечка. Я вам обещаю, друзья, если на этом видосике будет много лайков, то в следующий раз мы на мой, на канал Берика запишем какую-нибудь карту намного посложнее. И да-да-да. Там уже будет действительно жесткая борьба. Ну, а пока что как-то так, всем огромнейшее спасибо, друзья. Каждого из вас очень сильно любим, очень сильно ценим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Всем пока.